Команда Гомельской области стала лепшей по выниках 15-го республиканского огляду конкурса профессийного майстерства сярод супрацовников милиции. У Гомеле на протягу тыдня представники патрульно-постовой службы и отрядов милиции особого призначения демонстрировали уровень физической, огневой, медицинской и строевой подрыхтовки. Так само у залику вошли службовый триатлон и проверка ведения нормативных правовых актов. За перемогу змагалися 7 команд – представники областных и столичного управления внутренних справ. Третье место заняли могилевские правоохранники, другое – управление внутренних справ Мингарвыканкама. Золотые медали, кубок и новый службовый автомобиль завоевали сотрудники милиции Гомельской области. Безусловно, волнения и переживания были. И честно, откровенно скажу, что сотрудники очень долго готовились к этому. И не выиграть первое место, не занять призовое место в родных стенах, наверное, было тоже как-то не совсем правильно. Самое главное, что это пример тому всем остальным сотрудникам наших, к чему стремиться. Конечно, первыми быть все не могут, но победил правопорядок. Объясняю, почему. Патрульно-постовая и ОМОН – это самый многочисленный отряд милиции и общественной безопасности, который несет службу в системе единой дислокации. И они первыми окажутся на месте происшествия или преступления. Насколько профессионально грамотно они будут действовать, на то будет раскрыто быстрее преступление или какое-то правонарушение. И значит, будет достойный правопорядок нашей республики. Особные узнагороды отримали команды патрульно-постовых служб и отрядов особого призначения, а так само супрацовники, которые продемонстрировали лепшие выники у конкурсных дисциплинах. У якости приза, премии и возможность присвоения чергового специального звания.